сезоне у меня первый опыт по выращиванию пекинской капусты. Я считаю, что полет нормальный. Капуста уже полностью готова, и ее можно будет вытаскивать из грядок и пускать в салатики. Кстати, тут я недавно узнала, что, оказывается, из пекинской капусты очень вкусные получаются голубцы. Хотя мы привыкли все готовить голубцы из обычной белокочанной капусты, но ее очень достаточно трудоемко. Вот в большой кастрюле нужно вот это вот в кипятке окунать, чтобы листья размокли. Здесь листья очень мягкие, и достаточно просто окунать в кипяточек, и можно потом уже заворачивать с фаршем. Я уже одну капусту вытащила, положила ее на лавочке, а мой пес по кличке Голди сожрал эту пекинскую капусту. Он уже стоит, ждет пекинскую капусту. На, иди. На, угощайся. Угощайся, мой хороший вкусник. Как нам вкусненько-то будет. Соседство я, конечно же, выбрала не очень удачное. Вот. Капуста получилась очень большая, и она даже в некоторых, ну, когда росла, перекрывала листьями томаты. Качан полностью сформировался. Посмотрите, какой у меня классный урожай. Я, наверное, все-таки действительно попробую сделать голубцы. Можно выращивать несколько раз за сезон. Она очень быстро растет. Она быстро всходит и быстро развивается, и мы можем собрать, если достаточно рано посадить ее в теплицу в начале мая, да, то мы можем даже 2, а то и 3 раза посеять пекинскую капусту. Вот эти нижние листья можно будет немножечко ободрать, а сам качанчик замотать, как делают в магазинах, его заматывают в пищевую пленку, и он отлично хранится в холодильнике. Пекинская капуста у нас на улице. Сравним качанчики. Реально. Конечно же, крестоцветная обложка тут как тут, но... Там внутри, в серединке, все чистенько. Слушайте, какой плотный качан. Вообще. Это что-то просто нереальное. Мне даже жалко ее срывать. Я не хочу ее срывать, оставьте ее здесь. Слушайте. Прям вообще. Боже мой. Вот это урожай. Слушайте, ну, конечно же, на улице, мне кажется, в естественных условиях она даже и по весу больше, чем в теплице. Теплица, конечно же, она, мне кажется, почище, потому что вредители, ну, не нападают, да? Но на улице прям очень шикарно. Стоит в следующем году приготовить отдельную грядку под пекинскую капусту для того, чтобы вырастить вот такой вот классный и большой урожай. Смотрите, как он ждет меня. Да что же это такое ты будешь делать-то с тобой? Ну, на, скорее так, где бы мне тебе выбрать-то какую-то... Какую... Вот, на тебе листик, на, иди прячься скорее. Ой, мой сладкий, все. Тырит у меня овощи. Просто наглый берет и тырит мои овощи.